Телеканал КРТ представляє. Коментарі інтересні і просто в точку. Трамп називав CNN fake news, но не закрив. А тут лібертаріанець Зе і повна диктатура. От вийшов дуже вовремя. Точно, вот точку, этот коммент, да. Коментарій. Да, действительно, закон о медіа, если он вступит в силу, то я думаю, на телевидении Северной Кореи будет выходить видео о диктатуре в Украине. И будет их лидер Ким Чен Ын говорить, хотите как там? Не-не-не-не-не-не-не. Поэтому определенное общение с представителями других СМИ, они действительно этого опасаются. И в большей степени, конечно, опасаются те журналисты, которые, как Руслан Кацаба сказал, считают, что любую власть немножечко, но надо критиковать. Потому что... Немножечко и глубже. Ну, я вот так, а вы вот так вот, да. Но в совокупности получается золотая середина. Потому что в любом случае правителю надо понимать, где он адекватно себя ведет, а где не очень. Потому что всегда появляются люди прилипало, которые лизоблюдством замыливают глаза правителю. Для этого нужны журналисты, которые будут... Да, это неприятная работа. За это, кстати, никто спасибо особо и не скажет. Но в итоге это деятельность, которая будет помогать укреплять государство. В четвертому романі Пелевина, це якби російський неокласик, такий гарний вислів, я думаю, про нього знає Зеленський, але його треба було нагадувати. Він сказав так, політкоректно так сказав, що краще бути клоуном у підарасів, чи підарасом у клоунів. Воно дуже визначає, власне, наш український політикум. Хоч це сказав російський неокласик. Це класика, це книжка. Це російська класика. Цитата. Цитата. А це мама, да. Ну, все-таки, вот, Олесь, вот да. К тебе вопрос. Как ты думаешь, вот зачем так активно за депутаты и прочие там за представители за команды так активно лоббируют закон о медиа, чтобы иметь возможность хоть как-то зарегулировать еще и интернет? Ну, просто они еще при Порошенко, да и раньше, видели, что... К чему медиа подвели Порошенко? А именно благодаря огромному количеству медиа, журналистам и блогерам, Порошенко оказался на выборах там, где он оказался. Где он сейчас, это уже заслуга новой власти, как бы, ну то, что он свободно себе, фривольно там на данный момент в Бодруме попивает коктейли и вообще отлично себя чувствует. Но вообще четвертая власть его свергла вместе с людьми. Его свергли медиа, журналисты, блогеры и простые люди. А это значит, что уже новая власть, понимая эту возможность медиа, блогеров и простых людей, сделает все, чтобы простые люди занимались поиском еды. А медиа были максимально зарегулированы, потому что у них есть такие рычаги регулирования. Олеся, ты можешь уявить себе, что, скажем, Янукович, Кучма, чи навіть той самий, якби Порошенко закрили телеканал. Так, які це санкції, якби вила Європа, а наш заокеанський куратор. А тут, розумієш, знищують канал і всі мовчать. Пане Руслане, у Януковича весь локоть обкусан, розумієте? Тому що так можна було? Він там сидить... Друзі, друзі.